10 ноября, понедельник. Противник активности не проявлял, только небольшими силами предпринял короткие атаки, но безуспешно. Командование 11-й немецкой армии подтягивало к Севастополю новые силы и готовилось к плановому наступлению. Намеревалось прорвать оборону Севастополя последовательными ударами на различных участках. Главный удар нанести с юга в направлении Варнутка-Кадыковка вдоль Ялтинского шоссе на Балаклаву. Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Октябрьский отдал приказ, в котором извещалось, что решением Верховного командования на него возложено руководство обороной города. Командование сухопутными войсками в обороне Севастополя возлагаю на своего заместителя по сухопутным войскам, командующего Приморской армией генерал-майора Петрова, подчеркивалось в приказе. Приказ требовал усилить охрану объектов тыла и учреждений города. Для борьбы с диверсионными группами и парашютными десантами противника в каждом районе города создать истребительные вооруженные отряды. Что такое Севастопольский оборонительный район? Он же сокращенно СОР. Оборонительный район – это форма организации обороны военно-морской базы, в котором объединялись сухопутные войска и разнородные силы флота под единым командованием, с четкой системой управления, что обеспечивало централизованное использование и мобилизацию всех сил и средств для удержания за собой важного стратегического пункта. Первым был создан Одесский оборонительный район, затем в Севастополе и Керчи, после были Новороссийский Туапсе. В состав войск Севастопольского оборонительного района включили все части и подразделения Приморской армии, береговую оборону главной базы Черноморского флота, все морские сухопутные части и части ВВС флота. К СОР относились и сооружения Севастопольской военно-морской базы, которые к началу обороны были одними из самых укрепленных мест в мире. Эти сооружения включали десятки укрепленных орудийных позиций, доты, дзоты, минные поля и прочее. СОР состоял из четырех секторов обороны, в которых войска последовательно занимали передовой, главный и тыловой рубежи, а для обеспечения эвакуации населения, войск и сил – рубеж прикрытия. Сектором обороны руководил комендант из числа высших офицеров Приморской армии, который одновременно командовал одной из дивизий этого сектора. Оперативное формирование СОР в действующей армии было в период с 4 ноября 1941 года по 4 июля 1942 года.